Добрый вечер. Как обычно, в начале недели вы смотрите в прямом эфире программу «Опираясь на закон». Напомню о том, что в нашей программе принимают участие представители судебной системы, органов прокуратуры, с которыми мы говорим об основных изменениях в законодательстве, а также о том, как это работает на деле. Сегодня на студии прокурор города Уральска Амирбек Тлеулиев, и будем мы говорить о том, что изменит трехзвенная модель уголовного процесса. Мы всегда открыты для вас, поэтому звоните к нам по номеру телефона 28-58-69, номер мессенджера WhatsApp 8-700-028-58-69. Сюда вы тоже можете направить свои вопросы. Итак, добрый вечер. Добрый вечер. Рада приветствовать вас в нашей студии. Как мы знаем, 1 сентября прошлого года глава государства в своем послании народу Казахстана поручил внедрить трехзвенную модель с четким разделением полномочий правоохранительных органов. Как именно происходит этот процесс у нас в городе? Добрый вечер, ведущий, уважаемые телезрители. Тема моего выступления – это роль прокурора трехзвенной модели уголовного процесса. Как вы уже сказали, да, в прошлом году в своем послании народу Казахстана глава государства указал на запоздалый прокурорский надзор и поручил внедрить новую модель уголовного процесса с четким разграничением их полномочий. Я сперва хотел бы остановиться, что это значит запоздалый прокурорский надзор, что это означает. Это означает то, что, ну, на примере конкретно приведу, например, к примеру, представим, полиция расследует уголовное дело в отношении конкретного лица по факту кражи чужого имущества. По результатам расследования уголовное дело направляется в прокуратуру. При изучении нами устанавливается, что в отношении лица отсутствуют достаточные доказательства для его привлечения к уголовной ответственности. Либо эти доказательства собраны с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства. И нами автоматически ставится вопрос о прекращении уголовного преследования. В то же время в отношении этого лица длительное время проводились следственные действия. Лицо привлекалось в качестве подозреваемого, квалифицировалось его деяние. То есть данное лицо продолжительное время находилось в орбите уголовного преследования. А с внедрением же новой модели уголовного процесса прокурор уже на раннем этапе реагирует на данные нарушения законности. И только при достаточности доказательств дает согласие следователю на продолжение уголовного преследования. Забегая наперед, я скажу, что данная модель уголовного процесса дала свои положительные результаты. Да. Если за прошлый год полиции города Уральска было незаконно привлечено к уголовной ответственности 13 наших граждан, то по итогам 9 месяцев этого года ни одно лицо не было незаконно привлечено к уголовной ответственности. Ну, то есть явные показатели в цифрах, да? Да, явные показатели. При этом внедрение трехзвенной модели будет проводиться поэтапно. Вы правильно понимаете? Да, поэтапно. Что вообще из себя представляет эта модель, хотел бы пояснить. И почему она называется трехзвенная? Трехзвенная она называется, потому что присутствуют три звена. Это орган уголовного преследования, прокуратура и суд. Из-за этого ее называем трехзвенная. Полномочия между этими структурами четко разграничены. Эта модель применяется практически во всех странах развитых. Полиция, в свою очередь, выявляет преступления, устанавливает виновных лиц, собирает улики. Прокуратура дает независимую оценку собранным доказательствам, пресекает нарушения прав граждан и не допускает вовлечения добросовестных граждан в орбиту уголовного преследования. Суд же, в свою очередь, ставит окончательную точку по делу и выносит свой вердикт. Генеральная прокуратура, как вы сказали, да, правильно, введен мягкий поэтапный переход к полноценной трехзвенной системе. На первоначальном этапе внедрено согласование с ключевыми процессуальными решениями, которые непосредственно затрагивают конституционные права граждан, вовлеченных в орбиту уголовного преследования. Теперь такие решения, как признание качества подозреваемого, квалификация уголовного правонарушения, прерывание срока досудебного расследования, обвинительный акт и прекращение уголовного дела будут считаться незаконными без согласования с прокурором. Угу. Да, эти изменения позволят в целом защитить конституционные права наших граждан, не только подозреваемого, но и потерпевшего, исключить факты необоснованного вовлечения наших граждан
в орбиту уголовного преследования и в целом обеспечить объективность расследования. То есть вот это самая главная необходимость, да, перехода? Да, необходимость. И, как я уже сказал, это дает результаты. Прокурор не действует постфактум, когда дело уже к нему пришло с обвинительным актом, а уже на раннем этапе смотрит, есть ли в отношении этого лица доказательства или нету, или они недостаточности, следует провести дополнительные проверочные мероприятия, установить круг лиц, которые были на месте событий преступления и так далее. То есть на раннем этапе уголовного дела. Но ранее система уголовного процесса, она также проходила, да, мы помним, через три этапа, то есть орган досудебного расследования, прокуратура и суд. Вот давайте еще раз на отличиях остановимся. Отличие заключается в том, что, как я сказал, уже на раннем этапе мы проверяем ключевые решения. И согласование ключевых решений – это только первый этап. В последующем эти ключевые процессуальные решения будут приниматься уже не следователями, а прокурорами. Прокурор по независимой оценке результатов на каждой стадии расследования сам решает, признавать ему лицо подозреваемым, либо не признавать. То есть следователь собирает имеющие доказательства, проводит допросы лиц, проводит необходимые следственные действия и предоставляет прокурору все материалы. Прокурор, уже изучая их, будет сам решать, выносить квалификацию подозрения в отношении этого лица, либо не выносить, либо отправить на доработку эти материалы. Мы говорим о том, что и повышается ответственность прокурора, да, да, за нарушение законности, да, именно с начала судебного расследования. То есть идет взаимодействие, опять-таки, все равно прокурора и органа расследования, да? Но вы здесь уже более как бы проверяете, как шло следствие, да? Да, мы проверяем. Не принимаете, а проверяете. Да, мы проверяем. И хотел сказать, что с начала текущего года в прокуратуру уже для проверки поступило более 5000 процессуальных решений. Более 2000 постановлений о прекращении уголовного дела. Около 1000 прерванных уголовных дел. 500 квалификаций уголовного правонарушения. 1500 постановлений о признании лица подозреваемым. И 700 о квалификации деяний подозреваемого. Все эти документы нами были изучены в срок, и по ним дана соответствующая оценка. Теперь хотел бы остановиться, как сама происходит процедура согласования. Следователь, у нас существует единая база, единый реестр досудебных расследований. Следователь, составляя процессуальные документы, вносит их в базу. Например, следователь решил привлечь лицо в качестве подозреваемого. Он составляет этот процессуальный документ, вносит его в эту базу. Эта база автоматически направляет этот документ к нам для проверки его законности. Чтобы проверить, законно ли лицо было привлечено в качестве подозреваемого, у нас есть сутки. В это отведенное время мы проверяем. Если мы согласны, да, имеются объективные доказательства причастности данного лица к уголовной ответственности, мы согласовываем. И, соответственно, документ вступает в свою юридическую силу. Если мы видим, что там недостаточно доказательств или требуются дополнительные проверочные мероприятия, мы отказываем согласование. Соответственно, этот документ какую-либо силу юридическую не имеет. То есть вы можете прерывать сроки расследования, да? Нет, мы прерывает следователь, а мы согласовываем его решение. Мы согласовываем. И в целом, кроме того, что не допущено конституционных прав граждан, это один положительный момент. И существует еще множество положительных моментов. Это, в частности, за истекший период сниженное количество частных постановлений, выносимых судов, в 4 раза снижено. На низкое качество следствия, отсутствуют оправдательные приговоры. Более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть за 9 месяцев, снизилось количество отмен принятых процессуальных решений. То есть раньше следователь прекращает, мы отменяем. Сейчас эта цифра снизилась в 5 раз. То есть предварительное согласование тоже имеется. Следователь предварительно направляет, мы ему
в рабочем порядке указываем, где имеются у них недочеты. Они исправляют, после этого уже идет официальное согласование. Я напомню нашим телезрителям о том, что мы работаем в прямом эфире и говорим о том, что изменит трехзвенная модель уголовного процесса. Звоните 2088-69, номер мессенджера WhatsApp 8-700-028-58-69 и согласно тематике направляйте свои вопросы. А скажите, пожалуйста, вот только что мы отметили, что этот процесс проходит поэтапно, это раз. Во-вторых, проходит ли обучение прокуроры для того, чтобы работать в этой новой модели уголовного процесса? Да, обучение проводится на постоянной основе. Обучение проводил комитет уголовно-правовой статистики с выездом на местах и онлайн. Разъясняется следователям, каков порядок, как нужно действовать. Более того, комитетом создан чат, где непосредственно все первые руководители не только прокуратуры, но и органы уголовного преследования там в оперативном порядке. Если возникают вопросы, туда задаются в этот чат, оперативно отвечаются. В целом, да, также мы организовали семинары для молодых сотрудников наших, чтобы они набирали опыт следственной работы, поскольку сейчас они согласовывают процессуальные решения, завтра они сами эти будут процессуальные решения составлять. Поэтому, да, такие мероприятия проводятся. Дальше будет только продолжаться. Но опять-таки это говорит о том, что нагрузка на органы прокуратуры, она увеличилась, да? Вот получается ли справляться с новыми задачами в том составе, что есть? В том составе, да. Дополнительные кадры нам уже дали. Угу. Да, 10 единиц за счет внутренних резервов нам выделено. Правда, пока сейчас эти вакансии не заполнены, поскольку претенденты на них обучаются в академии. У нас свой порядок назначения на должность. Лицо, прежде чем назначиться на должность, они должны пройти обучение в академии правоохранительных органов. В настоящее время 7 сотрудников у нас проходят стажировку из академии. Это не только наши жители города Уральска, со всех областей. Угу. Да, даже там, по-моему, только один человек из нашего города, остальные со всех областей проходят стажировку. В последующем они будут претендентами на эту должность. Угу. Поэтому, да, в этой части, в кадровой части мы были усилены. Но получается, что в новой трехзвенной модели основной трансформации подверглись все-таки органы прокуратуры. Правильно же? Нет, орган уголовного преследования тоже подвергся этому, потому что раньше следователь был лицо процессуально самостоятельное, следователь сам решал, признавать ему лицо подозреваемым, не признавать, а сейчас он такое право не имеет. Даже в уголовно-процессуальном кодексе было прописано, что следователь уголовно-процессуальное самостоятельное лицо. Сейчас эта аббревиатура из процессуального законодательства ушла. Да. И без нашего согласования, я как я говорю, ключевые процессуальные решения не имеют силу. А меньше всего это коснулось суда, потому что суд как раньше работал в режиме, так и продолжает в том же. Ну, то есть два фильтра у нас проходят, получается, да? Да. Органы расследования и уже прокуратура, да? Далее все дело переходит в суд. Да, дело переходит в суд, и суд уже объективно рассматривая, ставит точку по этому делу. Угу. А какие новшества именно по трехзвенной модели в уголовном судопроизводстве еще планируются? Ну, как я уже сказал, новшество... Прокурор сам будет принимать свое производство. Сейчас уже запущен пилотный проект в двух областях. Это, по-моему, в Павлодарской и Туркестанской областях. Прокуроры сами уже расследуют уголовные дела. Они по убийствам. Сейчас мы взяли себе убийство. Это особо тяжкое, особо опасное преступление. Мы их взяли в свое производство. И, по-моему, со следующего года... Это будет уже действовать по всей республике, а пока только в двух областях, Павлодар и Туркестанская область. Прокуроры сами уже выезжают на место преступления, проводят осмотр, признают лицо подозреваемого, то есть полностью дело в производстве прокурора. Орган уголовного преследования, он занимается установлением круга причастных лиц.
устанавливает круг причастных лиц, создается следственно-оперативная группа, куда включается сотрудник прокуратуры и орган уголовного преследования, то есть полиция. Но старший в группе является все равно прокурор. И только он имеет право принимать ключевые процессуальные решения. Остальные сотрудники, они занимаются допросами лиц и другими следственными действиями по поручению руководителя следственной группы. То есть это все говорит опять-таки о прозрачности, да, всего процесса, да. Если он проходит через два этапа, и где основное, это именно по убийству, например, вы возьмете на себя, да, получается, нагрузку? Да. Так оно и есть. Расскажите, пожалуйста, как надзорные органы действовали в условиях пандемии коронавируса и сейчас в целом, как ведется работа? В основном принимаете граждан посредством онлайн? Нет, сейчас уже личный прием уже был возобновлен. Наладилось. Да, наладился. Угу. Раньше, да, мы применяли различные мессенджеры по WhatsApp и другие. И личный прием проходил в режиме онлайн. Сейчас, как говорится, все мы уже привились, сотрудники правоохранительных органов, и уже более обезопасены от пандемии. Может, скорее всего, и переболели уже все. Личный прием проводится в режиме. Даже если люди приходят вне графика, у нас определенный график существует, даже если люди приходят вне графика, мы всегда стараемся принять их. Никогда никому не отказываем. Даже если руководитель в это время находится на совещании или где-то еще в областной прокуратуре, то дежурный прокурор каждый день имеется. Обращений много? Сейчас после периода пандемии больше стало обращений или все-таки в среднем, как обычно? Ну, как обычно, да, в среднем обращении. У меня сейчас справка есть по обращениям. В основном какого характера обращения? В основном, смотрите, вот по обращениям, положительные моменты, которые мы достигли по обращению. Вот, к примеру, 27 мая в прокуратуру города Уральска поступило обращение Шакимова об отстранении от участия в производстве по уголовному делу в качестве защитника, свидетеля, имеющего право на защиту. В ходе рассмотрения данного обращения установлено, что адвокат Камитов на основании доверенности представлял интересы Садыкова, несмотря на то, что им ранее представлялись интересы товарищества. А в свою очередь, в соответствии с статьей 94, защитник, а также представитель потерпевшего, гражданского лица, не могут участвовать в производстве по уголовному делу, если он оказывается или ранее оказывал юридическую помощь. Принимая внимание указанные обстоятельства, постановлением прокуратуры города Уральск от 8 июня адвокат Камит отстранен от участия в производстве по уголовному делу в качестве защитника с полным удовлетворением обращения. И такие факты не единичны. Стараемся помогать гражданам по мере возможности, по всем обращениям. Соблюдением прав предпринимателей, как вот дело обстоит? Опять-таки, период пандемии у нас показал, что были сложности предпринимателей, развития своего бизнеса, и приходилось закрываться. Вот сейчас как обстоит дело? Бизнес потихоньку оживает. Да, у нас в защите бизнеса уделяется особое внимание. Данный вопрос стоит на контроле генерального прокурора. Но по именно защите бизнеса у нас, то, что нарушается бизнес, у нас обращение почему-то редко поступает. Может, потому что сейчас данный вопрос стоит на особом контроле, и правоохранительные органы и другие практически не вмешиваются в деятельность бизнеса. Еще у нас, как мы читаем информацию, каждый день поступает она и по телевизору, и другим средствам массовой информации, опять-таки же посредством интернет-связи, участились факты мошенничества, да? Да. Интернет-мошенничество и в целом мошенничество. Интернет, да, я вот пользуюсь прямым эфиром, хотел бы тоже осветить данный вопрос. Очень сейчас стали актуальны мошенничества. Раньше, если у нас основным видом преступления преобладали кражи, то сейчас уже на, как говорится, в кавычках лидирующей позиции выходит мошенничество. И более половины из этих мошенничеств совершается путем интернета. Пользуясь случаем, вот мы разработали эту памятку «Как не стать жертвой мошенников». Эту памятку мы уже опубликовали во всех интернет-ресурсах нашего города, во всех актуальных сайтах. Но, пользуясь прямым эфиром, я хотел бы довести до вас.
На сегодняшний день мошенничество остается одним наиболее видов, распространенных видов преступлений в Казахстане. Виды и формы мошенничества могут быть разнообразными. С развитием информационных технологий и разрешением сферы их применения применяются все более новые виды мошенничеств, в том числе так называемое интернет-мошенничество. Согласно статистическим данным, за 8 месяцев текущего года на территории города Уральска зарегистрировано почти 900 мошенничеств. Из них более половины с участием интернета, с применением интернета, извиняюсь. Одной из отличительных особенностей интернет-мошенничества является то, что преступники могут находиться не только в Казахстане, но и за ее пределами. Чаще всего, наверное, так и происходит, да? Так оно и происходит. Угу. То есть данный вид преступления носит международный характер. Раскрытие указанных видов преступлений представляет особую сложность ввиду того, что совершается с использованием информационных технологиями. Лицами, скрывающие свои данные, как при регистрации, так и при получении денег. Проводится множество операций и других процессуальных мероприятий, которые требуют тонкой внимательности, кропотливой аналитической работы по многочисленным карточным переводам. Угу. Теперь основные виды распространенных интернет-мошенничеств. Мы их разделили по видам и хотели бы довести до населения. Первое – служба безопасности банка. Это когда мошенники звонят банковским клиентам под видом службы безопасности или службы финансового мониторинга и сообщают о том, что по карте якобы совершена подозрительная мошенническая операция. Под предлогом спасения денежных средств они заставляют клиента совершать ряд действий, чтобы украсть деньги со счета. Также для убедительности они могут звонить с подменных номеров банков и других структур, при этом используют специальные программы, находясь за пределами Республики Казахстан. Вот как в таких ситуациях действовать? Вот позвонили с банка. Во-первых, с банка, наверное, звонить не будут или все-таки могут позвонить? Нет. В основном пенсионеры же тоже на это ведутся. У банка есть свой сайт, и когда возникают вопросы, скорее всего, человек, который нуждается, он сам туда обращается. Угу. Зачем банку... Подозрительно, то есть, да. У банка вся информация есть? Да, у них вся информация на интернет-сайтах. Угу. А когда звонят, именно представляются, это на 99%, скорее всего, интернет. Это мошенники. Это мошенники, да. То есть не нужно верить вот таким вот ни в коем словам, случае, что вам звонят с банка. Не нужно предоставлять этим мошенникам свои персональные данные. Карточный счет, свои данные. И вообще лучше сразу... Прерывать разговор. Трубку положить, да. Второе. Объявление о покупке – это сейчас уже новшество. Угу. К примеру, в сети интернет сейчас для перевода денег, ну, например, мошенники, они выставляют какой-либо товар по явно заниженной цене. Например, машину. И машина, например, рыночная стоимость ее, например, такая-то, они, например, процент на 20 ниже выставляют. И создается искусственный ажиотаж. Все звонят, хотят приобрести эту машину. И мошенники говорят, вот уже у меня несколько покупателей на эту машину. Если хотите еще, давайте предоплату скиньте. Соответственно, лицо отправляет предоплату. Эти мошенники выключают номер и все пропадает. Но это происходит на неофициальных сайтах. Вот, например, Колёски.кз, да? Это официально, да. Там тоже может это. Потому что там любой человек может разместить свой товар. Это на официальных сайтах все. То есть верить в то, что можно приобрести товар намного дешевле, в половину дешевле, да. Нельзя? Нет, нельзя. Угу. Так, следующее – это оформление онлайн-кредитов. Мошенники разными путями, в том числе через третьих лиц, получают полные банковские реквизиты. Например, уже у них есть ваши банковские реквизиты. Якобы им кто-то должен перечислить денежные средства под предлогом, что у них самих не имеется банковской карты или они временно заблокированы. После получения полных реквизитов посредством сотовой связи или персональный компьютер оформляется онлайн-кредит на это лицо. То есть лицо как будто получило кредит, хотя оно само не получало. Угу. Просто на лицо вешают кредит онлайн. Вот здесь как себя обезопасить? Это с каждым может. Ни в коем случае свои персональные данные никому не давать. Здесь больше не нужно давать свое удостоверение, копию своего удостоверения сфотографированное. Угу. Здесь, даже если у них есть ваши персональные данные, банк никогда не даст кредит без ваших документов. Поэтому ваши документы ни в коем случае никому нельзя отдавать.
А здесь возможно ли доказать, что ты на самом деле не давал никому документы? Может быть, их украли? Вот такие случаи были. Возможно доказать, что ты не брал этот кредит? Да. Здесь... Есть уголовные дела, когда мы доказывали, что это лицо не приобреталось. Здесь... Потерпевшим выступает не то лицо, на кого оформили кредит, а организация, где получили незаконным образом. Сама организация. Да, сама организация, потому что она потеряла деньги. А лицо, она идет как свидетель. И следующее, это аренда квартир посуточно или на долгий срок. Да, здесь очень коротко, потому что мало у нас осталось времени. Ага. Здесь какие формы? Мошенники тоже на рынке аренды использовали в своих целях пандемию. В интернете активизировались так называемые мошенники в аренде. Они выставляют красивое объявление квартиры с идеальным ремонтом, фото по очень привлекательной цене и заманивают доверчивых покупателей, арендонанимателей. То есть предоплату дают? Да. Да, к примеру, квартира премиум-класса, она идет по цене как, например, эконом-класса. После чего аферисты тоже просят перевести на банковскую кассу небольшую сумму денег для бронирования квартиры. После этого также выясняется, что эта квартира вообще не существует, либо... И номер не отвечает. Да. То есть, как мы видим, различные факты мошенничества, они присутствуют, их становится все больше и больше с развитием интернет-технологий, правильно говорю? И вот, чтобы не стать жертвой интернет, одну минуту попрошу, не делитесь своими паспортными данными или персональными, не сообщайте никому номера своей банковской карты, пин-коды, смс-пароли, поступившие вам на мобильный телефон, даже если вам представились сотрудниками банка. Внимательно полностью прочитывайте информацию в объявлении, особенно то, что написано мелким шрифтом. Критично относитесь к сверхвыгодным предложениям, а лучше попусту игнорируйте, так деньги будут целее. Не соглашайтесь на предоплату при покупке и продаже товара. Не переводите деньги неизвестным лицам. Не спешите совершать сделки на привлекательных или сомнительных условиях. При бесконтактных оплатах установить расходный лимит на карте или ограничить размер возможной транзакции. Ограничить доступ своим документам. Удостоверение личности, банковская карта, не следует никому отправлять фото своих документов. В дальнейшем злоумышленник может воспользоваться возможностью оформления микрозайма в микрокредитных организациях. Ну, то есть, проще говоря, сыр бывает только бесплатный, сыр только в мышеловке, да? Как бы это печально ни звучало, но так. Спасибо большое вам за участие в нашей программе. Я думаю, что основная тематика трехзвен модель правосудия в Казахстане, она позволит у нас достигнуть главной цели – это обеспечить эффективную защиту прав граждан на всех стадиях уголовного процесса. Вам тоже спасибо. Спасибо и вам, уважаемые телезрители. Всего доброго. Вы смотрели программу «Опираясь на закон». До свидания.